Здравствуйте, дорогие подписчики. Я прибыл с подкреплением. Здравствуйте. Старый коллега. Это Янус. Янус великий Дубль. Коллега, братишка по работе. Дубль. Сегодня, короче, привезут нашу замечательную, самую обалденную, крутую, суперскую черепицу. Мы будем ее разгружать. Вот такие, папа уже там окошки мне вставляет. Так ты купи окна мне, я вставлю, это будет твоя комната. Вот папа там. Все, черепица летит. Сейчас мы будем их разбирать. Вы будете смотреть. Представляете, что будет дальше? Дальше будет монтаж крыши. Это будет вообще офигенно. Смотрим, наблюдаем, как мы будем работать. Все длиннее есть, а да, вот еще это, давай эти убрать, вот здесь. Сколько? А здесь сколько, 4? Я думал, что она это плохо. Какая? Вы думали, черепица будет кусочками такая? Это глиняная или как есть такая? Камуфляжом заказал, говорю, впервые такой есть. Это типа военный. Переливается она. Ой-ой-ой-ой-ой. Поверил, видишь? Да сейчас что хочешь есть. Если камуфляжные, какие-то только нету. Плати деньги, да? Да. Ты все сделал. Да ваши деньги легко и капризы. Утром выходишь, так как и на работу, вроде холодно. А потом днем нагревается. Разгрузили. Что, тяжело было? Сделай эту фигню, например. 5 минут. Что? Ну правильно, что он согнет на станке и все кусок листа отрежет. Ну, путь, да. 5 минут. У меня канал. Блогеры, они с женой. Можешь передать все дело, привет. Все делают, все снимают. Я попал здесь. Миллион. Ну да. Миллион. Все. Вот реклама, металл профиль. Даже в Америке смотрят. Америка. Хозяева те, что продали дом этот. Бля, интересно, а как найти этот канал? Все, уезжай. Заинтересовался.
хочет посмотреть, как он выгружал черепицу с нами. Все, давай, попер. Что, толкнуть его? Черепица такая. Потом посмотрите на крышу ее, какая она будет красивенная. Ты говорил, будет глянцевую заказывать. Нет. Проверка, проверяет. Качество черепицы. Ну, вот такая не очень тяжелая черепица. Не, не легкая. По 3-4 листа мы сгружали. Да и хлопцы здоровые его. Ух, видели? Мышцы! Все, поехало. Пока! Все. Уезжаем, вот еще раз черепицушка. Я ее не накрывал, ничего не надо. До вторника. До вторника. Народ, до вторника. Все, уезжаем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.